В минувшие выходные на береговой части Каспийска прошла акция «Бодрая суббота» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Организаторами спортивного мероприятия выступили представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с депутатами городского собрания, заместителем председателя собрания депутатов Азой Алиевой, специалистом аппарата АТК администрации Каспийска Рагимат Шехкеримовой, а также заслуженным тренером России Мурадом Идрисовым. В рамках мероприятия участники провели оздоровительную зарядку и выполнили нормативы ГТО. По итогам встречи победителям вручили грамоты и медали. Акция завершилась чаепитием и душевной беседой.